Одесские гребцы привезли 12 медалей с Кубка Украины памяти Юлии Рябчинской. Он прошел в Днепре. При этом представители сборной нашей области, за которую выступали спортсмены «Химика» и «Динамо», выиграли 8 золотых наград. 3 медали взяла выпускница Международного гуманитарного университета, финалистка Олимпиады в Бразилии Анастасия Тодорова. В составе экипажа четверки она победила на дистанции 500 метров. Этот успех практически гарантировал Анастасии участие в Европейских играх, которые пройдут в Минске. Также Тодорова взяла серебро в соревнованиях одиночек на 500-метровке и в еще одном олимпийском виде – байдарки-двойки на той же дистанции. Задача моя была попасть в команду, так как первая, шестая на 500 отбиралась. Задачу минимум я выполнила, максимум выиграть – это уже попробуем на чемпионате. Вот. Ну, впечатления хорошие. Я сделала все, как планировала. Золото на Олимпийской 1000, серебро среди экипажей четверок выиграл Николай Очкур. Юрий Галкин стал победителем в дуэте на 500-метровке и финишировал вторым на 1000. Еще 4 награды, 2 золотые, 2 бронзовые, принесли одесские байдарочники. Братья Вадим и Олег Байчуки, серебро в экипажах четверках взял Илья Шаргородский.